похож на камень бессмертный, твердый. Трудно поверить, что это вода. О теплоте человечьей души ясно одно, целый ряд поколений всю свою жизнь пребывает во лжи. Равнодушие сидит в человеке и не тревожит чужая беда. Значит, душой он с нами навеки, сердце его из холодного. Вам, конечно, известно, что человеческая плоть старится и приходит в негодность. Но есть способ ей помочь. Жгучий холод, лед, вечная мерзлота. Но в нашем мире это невозможно.